Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, что ненадолгое время мои записи на моем канале на YouTube временно прекращаются в связи с тем, что я ухожу в отпуск до 1 сентября 2020 года. За это время вы не успеете, дорогие друзья, соскучиться. А прошлые видео вы видели на моем канале на YouTube и всех социальных сетях. Одноклассники, ВКонтакте, ну, может, и в Инстаграме. А сегодня я расскажу вам о том, что я... То, что вы не увидите мои выпуски в этом месяце. То есть, начиная с сегодня, с 23 июля, по 1 сентября. Вот так вот. А может быть, сегодня я выйду в Инстаграм в прямой эфир или в Одноклассники в прямой эфир, потому что я сегодня скачал и одно, и другое. Так что пишите мне, так что подписывайтесь в Инстаграме и в Одноклассниках на мой прямой эфир и вообще на все мои записи. С вами был Михаил Сажень. Пока. До 1 сентября. До свидания.